2020 – юбилейный год для студентов и преподавателей Брестского государственного музыкального колледжа имени Григория Ширмы выдался сложным и в то же время интересным. И хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в творческие планы заведения, однако студенты и педагоги не намерены сдаваться серым будням. Ведь здесь обучаются и преподают множество талантливых людей, которые уж точно знают, как разнообразить свою жизнь и внести в нее яркие краски. Мы решили организовать рождественский турнир по гимнастике. В связи с тем, что наступают прекрасные, чудесные праздники Новый год и Рождество. Тренировались весь декабрь месяц, и мы решили провести такие соревнования. Девушки и юноши соскучились по соревнованиям, по ярким впечатлениям. И с радостью откликнулись. К рождественскому турниру все его участники довольно долго готовились. Ведь для выполнения простых, на первый взгляд, элементов на бревне, перекладине, брусьях требуется отдать много сил. Судьи не должны видеть страх и волнение. Только результат, точность и уверенность, грацию и пластику. Глядя на то, с какой легкостью эти юноши и девушки выполняют гимнастические упражнения, сложно представить, что это не спортсмены, а будущие профессиональные теоретики и практики музыкального искусства. Певцы-исполнители, дирижеры и артисты. Момент выполнения сложных этих элементов на перекладине я чувствую приток драйва, приток энергии в то же время, но боль, конечно, боль присутствует, потому как это сложно. Вот. Но радость, конечно, после всего этого большая радость. Спортивный накал, настоящее рвение к победе и мастерство участников по достоинству оценили судьи и болельщики. Все получили яркие впечатления и остались довольны. Первый рождественский турнир по гимнастике состоялся и вполне может стать хорошей традицией музыкального колледжа. А почему бы и нет? Ведь талантливые люди талантливы во всем. От сегодняшнего дня у меня очень такие бурные впечатления. Это очень интересно. Так по-новогоднему поднимает какое-то настроение, Новый год. Мне очень понравилось. Это все так замечательно, и для меня это ново, потому что таких вот снарядов нигде нет. Ну, конечно, мы очень сильно волновались, но прошло все очень даже неплохо. Вот, я очень рада, что наконец-то все входит в прежнее русло. Давно таких мероприятий не было. Собрались зрители, они нас очень сильно поддерживали, и... Конечно, мы не профессионалы, но более-менее я считаю, что у нас все вышло. И пусть ребята далеко не профессионалы в сфере спорта и гимнастики, однако за долгие тренировки и отличный результат они получили свои заслуженные награды.